Хоккеисты Югры отправились в тур по городам Югры. В ближайшие дни бронзовые призеры Кубка Петрова посетят 9 муниципалитетов округа. Вместе с хоккеистами и тренерским составом путешествует и Кубок Шелкового пути, который югорчане выиграли по итогам регулярного чемпионата. Команда разделилась на 3 группы, и у каждой будет свой маршрут. Хоккеисты не только раздадут автографы, но и проведут мастер-классы для подрастающего поколения. Первая встреча с болельщиками состоится сегодня в Когалыме. В 15 часов дружина Вадима Епанчинцева будет ждать любителей хоккея в ледовом дворце «Айсберг». Завтра игроки встретятся с болельщиками в Сургуте, Нефтеюганске и Урае. Более подробную информацию смотрите на официальном сайте ХК «Югра».